Рулетка kslakiskin.ru. Никакой подкрутки, как это делают многие, самая маленькая комиссия, боты, которые мгновенно вносят вашу ставку. Шансы выиграть есть у всех, даже с маленьким процентом. Заходите и выигрывайте на kslakiskin.ru. Ссылка в описании. Всем привет, ребят, с вами Лего, Импульс, Битол и Спейс. Здрасте, ребята. Здорово. Привет. Сегодня мы будем проходить зомби-мод в Counter-Strike Global Offensive. Я, правда, не знаю, что тут делать надо. Вау, блин, я что-то испугался. Твою мать. Я, наверное, больше вас испугал, да, чем вы сами. Сзади, сзади. Они что, с одного удара, прикинь, сгрызают, да? У меня 35 осталось. Что это такое? Это откуда? Откуда они вылазят? Смотри, сверху, сверху. Они что сверху. Смотри, одного зарезали нашего пацана. Закрывать двери надо за собой. Я застрял, пузо застряло. Давай дальше идем. А у тебя игры, что ли? Я взял гранату. Хорош, закидывай сразу. Будь мужиком. Сейчас закину. Бам! Да... И что, никого не убил? Я сзади! Спереди! Сзади, я не знаю! Давай! Это вторжение! Входи! Вот кровати! А чё, весело вообще, жесть. Прикольный мод. Пошли? Мы чё, вдвоем остались? Да. Офигеть. Я опять застрял. Застрял, весело и страшно. Подожди, а где мой пестик? Погнали. Я дигл просрал. Книжки сломались. Иди давай вперед, я не хочу идти вперед, мне страшно. Там что-то булькает. Да проходите уже. Проходите, говорит, уже. Смотри, там лава. Я пошел. Вот! На туре, как в Обители зла или Half-Life. Еще один! Тихо, тут я чуть. Как ты, Люха, братуха! Ух ты! Мне кажется, у тебя порежет. Нет. Смотри, тут лифтеры. Подожди, стой! Зачем прыгать? Да стой! Не торопись! Выходите! Ой, меня заспаунило! Офигеть, хорош! Мы по контрольной точке прошли. Я с беретами, гоу-берет. Я с шотганом. Отлично. Поехали. Там темно, слышь, там темно. А, да. У вас тоже темно, да, или нет? Да. Вентиляции смотрите. Сзади режут уже где-то. Не-не-не, норм. Это я горю. А. Вот они, сзади! Сзади, твой на меня. Откуда? Сзади. Еще один. Жесть, как патриков нету! Да как бежать? Я минуса дал! Подожди, мы живые с тобой, да? Нормально. Да. Как ты дальше? Куда дальше? Куда дальше идти? Я же говорил, что это норм. Аккуратнее, там тоже темно. Куда идем? Туда, в эту комнату? Туда, надо вместе идти. Слышь, тут там эти оружие. Бизоны всякие. Мизоны. Бизон. Бизон это хорошо. Все, пошли. Да. Сюда надо идти по-любому. Без меня не ходи. А куда дальше? Явно туда. Так, смотри, здесь еще что-то валяется. Нет, ничего не валяется. Вниз. Идем вниз. У тебя бизон, коси! Коси! Все, нормально. Сзади нету? Нету. Вот это волна тварей. Прикинь, реально так. Сейчас вылезут по-любому откуда-то сверху и снизу. Ой-ой-ой. А у меня оружия нет. Как ты? Вон, возьми, там есть электрическая. Электрическая шняга там есть. ФАМАС. Открываем. А как? Куда? Это не... Это да. Смотри, здесь емочка. Кто может ее взять? С распрыга как-то надо. Как взять? Черт. Подожди, а если по ней пострелять? Ой, хорош. Я тоже взял бизончик. Отлично. У нас ФАМАСы, всякие штуки так и так далее. Так а что дальше? Открывай букву Е, нет? Вот что делать. А сейчас открылось. Погнали. Я не пойду первый, идите нахрен. Давай, там темно. Давайте, подождите, я последний не хочу, я не хочу последний идти. Там сзади будут по-любому. И сзади, и спереди будут. Банзай. Отвечаю. Есть, сзади по-любому будет. Помогай ему, спрыгивай, помогай. Спрыгивай надо. А че вы не спрыгнули, пацана? Сбрило просто из-за вас. Ты прикинь, я стою за импульсом, смотрю, и он смотрит, как тебя грызут. Ребята, чё? Сюда, быстрее сюда. Куда сюда? Вниз? О, господи. Я гранат закинул. Прыгаем. Пошли. Идут, быстрее, колпуйте. Все. Сбрило. Ой,
Патроны. Вот это трешак, вот это трешак. Это жесть. А интересно, откуда мы начнем? Я надеюсь, отсюда же или с чего, с самого начала? Нет, с самого начала. Почему я все время дохну? Почему вы меня кидаете? Давай за списание. Почему, говорит? Ой, блин, так нам надо тащить тогда. Да, давай. Слушай, надо просто оставаться в живых. Слышишь, а можешь перезапустить, меня лагануло? Знаете, зачем? По-моему, команда, а я за спецназ, но не могу ничего делать. В смысле не можешь? Ты кого лупишь? В смысле? Я в игре? Да. А у меня выбор команды. Ты выбери за терроров, а потом опять за КТ. Все, отлагал? О, все. Все, погнали. Они сразу сейчас будут выбегать, поехали. Ой, да ну, нахер я подожду. Вот они и выходят. Сраные зомби. Но тут прикольно, что один удар и ты труп. Сейчас будут везде выпрыгивать. Что, где? Пока нет. Открываем так дверь. Так они в спину заходят, поэтому один удар. Тут что было, кто помнит, нет? Сейчас вот побегу со всех сторон. Сверху. Ох, какого... Какого мать... Вот, сзади! Я отлетел. Отлетел, а я еще жив. О, погнали. Живу. Тащим. А, ты здесь, что ли? А я назад убегал и думал, что спасусь, оказывается, вы уже впереди. Лазеры. Лазер, аккуратней. Он чуть, его чуть лазер не сжег, кстати. Да, я рисковый парень. Оп. Мусорок. Оп, мусорок. Смотри, сейчас все восстанавливаются. А жизни-то не дали, у меня как 20 было, так и осталось. Сотку не добавили жизни. Поехали. Тащим, пацаны, сейчас будет убегать. Откуда? Сзади. Откуда он опять появился? Отходи. Где? Мистер Шотган. Где нас стреляет мистер Шотган? Вперед. 6 патронов. Как быть-то? Хорош. Импульс еще один. Ты взял? Еще один. Вот. Еще идут. Там еще дальше. Поехали аккуратно. Но мы сейчас до отсюда доходили. А как дальше-то? Зарезало. Жалко, я что так орал бы громко, но страшно. Они выскакивают. Беги! Уходи! Давай! Хорош. Сейчас мы возвратимся, и у нас будет по 100 хп. Да, это кмар. Смотри, наверху пулемет! Вот это да. Вот это найсуха. Подобрал. Подожди, там бизон. Еще. А почему у меня все тут-то? В смысле из-за опыта? Почему я под углом? Не знаю, тебя подфейлило немножко. Нет, ребята, давайте. Я перекошенный. Только не кидайте меня, прошу вас. Да, подожди, давай, спрыгивай вниз, быстрее, спрыгивай, спайс, быстрее. Давай, прыгай, я снимаю. Откуда? Стой, не бузи, патроны экономь. Придурок, они спереди, он сзади стреляет. Я перекосил. Он вообще... Ребята, кстати, здесь сейчас стенка. Погнали. Пулемет рэди, и все. Вот, мы дальше уже не проходили. Подождите, аккуратно. Я перезаряжусь. Ждем. Их по мини-карте стоит. Сзади прыгают, сверху опять. Ребята, вы капец, конечно. Они сзади, а вы стоите, смотрите друг на друга. Еще где-то. Меня убили. Ну, сзади. Нам я надо сэк. Нормально. Ничего не а что с Виталом? Да я и говорю, что-то нет. Нам надо сейф-точку найти, ребят. Сейф-точку. Какая сейф-точка? Я перекошен. Возьмите кто-нибудь пулемет. Давай. Митл, из-за тебя у меня то же самое. Блин. То есть ты посмотрел на его монитор и все, да? Да. Здесь можно свалиться и дальше идти. Лазер. Лол. А что дальше ты завтра не... Ой, завтра, да-да-да, ты дальше-то никак. Блин. Ты уверен? Да, можно, я смотри, дошел до конца. Куда идет? Там дальше поднимается. Лазер, они под углами еще. Там же угловой, я же сказал. Реально? Да. И как это проходить? И как это проходить? Под углом вообще никак. Ты видишь, что он сам? Посмотри на меня. Тебе хана. О, лол, я вижу, что импульс творит.
Да, реально там один под углом. Но импульс красава, он что-то мутит, он что-то знает как будто бы. Импульс пройди, пожалуйста. Да, и там будет сейф-зона. Сейчас. Он прошел. Пройди, говорит, пожалуйста, сам бегает внизу, смотрит. А я не могу под таким углом ничего сделать. Пиши килл тогда. Так у меня такой же угол, слышишь? А почему? Мы два дебила под таким углом из-за тебя. Из-за всех заразил. Спидозный. Спидозный. Лазер! Давай, давай, пацаны! Да че ты не прыгаешь? Если вы пройдете, мне кажется, там сейф зона будет. Да мне тоже такая, хотя вряд. Но у меня уже голова болит, так смотреть. Ай! Я шею. Я вообще за импульсом смотрел, он тут творит. Вакханалинейшн. А дальше вот как? О, вот это под искос-то шляпа, да, блин. Я понял, тут какой-то квадрат высокий, какой-то квадрат низкий. Они поднимаются дальше потом. Да-да-да-да-да. Ты что делаешь? Смотри, что импульс творит. Ты смотри, что я творю. Он уже тебя догнал, пиздок. Догнал. Я не успел присесть. Последний шанс у перекошенного. Давай, перекошенный. Так я говорю, что надо как-то от него отключиться, потому что из его перекоса у меня тоже перекосило. Сейчас у всех будет перекос. У всех перекос, да, будет. Но это из-за него же. На его камеру попадаешь, и все. Да. Ты читер. Он, видимо, ты зачем так делаешь? Изначально это было у Спайса, слышишь? У меня нормально все было, что ты гонишь. Я закинул на Спайса всю херню, то что он виноват. Я такую херню возродился с такой же. Метол, ты будешь прыгать или ты будешь херней страдать? Я могу тебе сказать, что это Empire Start Round, походу. Или ты затащишь? Затащил. Затащил. Ну смотри. Твою дивизию. Уже успехи. Ребят, уже успехи. Да. Уже успехи. Мы прошли, да, хотя бы чуть-чуть дальше. Но это хоть половина-то есть, интересно, нет? Наверное. Все, перекосов нету? Нету. У меня вот есть. Оба, она чуть-чуть так быстро начали. Они сейчас. Вон, они. Не умирайте только. Ассист, ребят. Ассист. Смотри, что здесь есть. Оружка-то какая. Сейчас у металла опять скрыт. Смотри, сколько металл наминусовал. Ребята, почему вы остались здесь? Я же пошел дальше. У меня опять перекосило из-за Спайса. Смысл из-за Спайса? Камеру на Спайсе смотрите. Спайс, у меня все нормально. Вы не смотрите камеру, не меняйте. Как у вас загрузилось, смотри, так и загрузилось. Смотри на Лего, да, смотри на Лего, потому что это капец. Просто полистай на них. Во, они сейчас появятся. Да. Так, и здесь будет наверху оружка. Наверху оружка. Как туда запрыгнуть-то? Подсадка, наверное. Вот, кто, я взял гранату, это граната была. Поехали. Ты сюда хотел залезть? Сейчас начнется, пацаны. Сейчас начнется. Да, а что не взрывается стена справа? А, еще такую же. Они говорят, еще такую. Еще такую. Еще. Пошла тема. У меня патроны кончились. Слушай, а если мы спустимся, там жара ведь будет? Ребят, патроны пошли, кончились. Пошли. Идут. Вот. Подождите нас-то. Мы уже развалили уже. Беру. Не могу, а могу. Все. Возьмите. Вот здесь. УЗИшку взял? Взял. Да, надо вместе ходить. Я ямочку беру. Вот здесь вместе давайте, как бы, подожди, не ломай эту вместе. Канализацию. Не подождите, не все, давайте, не все. У меня такая идея, туда фаер закину. Не надо, зачем? не надо, не ломай. Не стреляй, пошли. Не стреляй, зачем ты закинул этот фаер? Ты совсем с ума сошел, что ли? Я горю. Я на ящике нормально. Ну вы чего? Я живу. А ты понимаешь, вот Space всегда так играет. Я ему говорю план, да, как делать, он все равно по-своему что-то мутит. Все хорошо, сейчас тут стенка сломается. Все хорошо. Я раздупляю их с пулемета. Хорош. Просто как царь. Ну. Царевич. Забожил сзади. Королев. Кинг Леон. Не-не, Кинг Леон, который доширак. Вот, началось, давайте, пацаны. Фу, чуть не сдохли. Аккуратней все, аккуратней. Тихо.
А вот дальше как там, когда перекосят-то? Блин. Мне не нравится то, что кто-то передо мной прыгает, меня это дезориентирует. Да нихера там, мне последние две осталось, а как? Там перекашивает и вообще не реалтос. Импульс, вся надежда на тебя. Да, тут остальные все калеки. Импульс, вот там в конце осторожно будет. Главное не умереть. Я вот умер, но я хотел по-быстрому как-то зашкварить, но не получилось. Не люблю, да ё-моё, снова не допрыгнул. Да здесь легко вообще, вот. Да здесь легко, да, но допрыгнуть не могу почему-то. Ой-ой-ой. Металл, ты чё мутишь? Блядь! Тебе надо было на месте прыгнуть. А ты сначала просмотри, одна верхняя идет же, другая нижняя. Угу. Вот, смотрю, здесь аккуратно, вот здесь хер пойми, что делать надо. Подожди, как здесь? Вот надо подумать. Да что за дела? Я знаю, смотри, надо успеть прыгнуть сначала на этот, потом вот на этот, и на этом уже подпрыгнуть вверх, и тогда ты хочешь. И ее тогда типа перепрыгиваешь, да? Да, и тогда ты можешь перекинуть сразу, обе перепрыгнешь. Они там а, перекинуть. Когда вместе, я понял, все понял. Ёлки-палки. И потом, но, типа, но осторожно, она там в какой-то моменте наискос начинает уходить. Ну-ка, вот там кто-то дошел, кто там идет-то? Хорош! Затащил! Да ладно. Я перепрыгнул туда. Ты что ли? Да. Лол. А эти калеки прыгают, смотри. Импульс только у меня ножик, еще. Только у меня ножик. А подожди, подожди, внизу, давай посмотрим. Где мы? Сейчас они появятся, где еще один? Сдыхай, слышишь, сдыхай, просто иди дальше. А ты, дальше. Ты уже появился, что ли? Да сдыхай, он здесь. Ты появился? Да он не здесь. Нет, да не правда. Там оба. Нет, я не появился. А где ты? Ты все сдох, да? Да, я сдох. Бред. Спайс, постарайся сам запрыгнуть. Сзади, сзади! А как ты тут про... Нет. А, второй раз не прыгнул. И теперь нам надо целый уровень пройти, а у меня оружия даже нет никакого. Пускай. Блин, надо, да, уберец, подожди. Дай пистолет какой-нибудь хоть. На. Давай. Все, хорош. Хорош. Слышь, давай. Там кнопка какая-то отчаянная. Да, вот. Я тоже ее боюсь. Мне кажется, мы сейчас прыгнем и все. И будет. Смотри, так, куча оружия, калаши. Стой, слышишь? Один стоит сверху, другой да, слезет. Да, да, я слазю. Твой точно. Я нажимаю кнопку, сиди. Ёптыть. А, ты ящики. Зачем ты спрыгнул? А, я же ящики разрушил. Пока дверь открывается, мы должны защищать. Это кошмар. Это... Дичь. Запрыгни на стеллаж. Как запрыгнуть на стеллаж? Не знаю, попробуй на ящик, на бочку перед тобой и попробуй на стеллаж. Слышь, они отчаянно прыгают. Да не кошмар, как... Нет, просто. Патроны. Тут оружие есть. Следи за патронами. Вот смотри, там аирдроп на этой машине. Аирдроп? Смотри, практически опустилась. Кошмар, да опускайся же скорее. Оружие какое-то другое. Бери оружие. Нет, вдвоем там просто нереально. И как тащить? Короче, слышишь, надо походу тот, кто допрыгнет туда, не проходить чуть дальше, а постоять на краешке. Потому что, видишь, ты прошел, зареспаунил одного. Я затеров. Мы сдохли, бля. Импульс, ты как об... Ой, Спейс, ты как обычный Лёша. Да, еще Митл тоже. А не, подожди, он все равно перезашел. МП. А я не могу зайти вообще никуда. Что такое? Я не могу зайти ни. Смотри, нажми М, выбор. Потом Escape. Все. У меня такая херня была. Все нормально. Ага. Поехали. Но сейчас, по идее, знаем, что делать. Только прыгать не знаем как. Это сверху выпрыгнул. Да. Да. Ты что, забыл, блин, что ли? Перекошенный. Нет, я нормальный. Ну, вот я и говорю, что перекошен. Че, они уже выходят, что ли? Иди в обратку иди. Они друг друга режут, слышишь? Там смотри, Лего, аккуратнее. А где он? А вон они. Куда они убегают от нас? Зачем они от нас убегают? Зачем они бегают? Ничего не понятно. Лол. Прикол. Патронов нет. Давай, прыгаем. Как вот в прыжке? Я не понял, как ты прошел. На тебя даже не смотрел. Ну ты там что-то замутил, походу. О, резнулся. Че, поехали? Окей, let's go. Подождите, я руку нет. Где взять оружие? Тут горит все, так что нормально. Оружие найдешь сейчас? Давай вниз на спуск.
У меня 20 хп. Как они не вовремя вылезли, давай, я танкую, наверное. У меня 20. Я пулемет возьму. Я дай не возьму пулемет. Нет. Мне дропнуть оружие. Я могу сказать. Да, дал, я скинул. Скинул пять. Я ему. А, ты уже вот здесь машинку взять. О, все, взял, все. Поехали. Там дробовик есть еще. Поехали, поехали. Тут и галер. Я взял ФАМАС. Поехали. Пулемет живи, самое главное. Пулемет, да, дикий. Ох, 16 хп. Слышите, стойте, все остаются здесь на этом ящике, я спущусь ниже, чтобы появились еще. Давай, давай. Нормально, здесь мы уже по тактике прям все делаем. До прыжков на изи доходим. Да. А вот там дальше ехал зэка. А он что-то отходит, а он там обходит что-то. Там старта у них. Ты еще там. На изи. Еще остались. Тёма, так, ты, да? Да. О, я резнулся. Так, ну допустим, вот здесь так. А ты за ней шел, за лазерной чертой? Да там без разницы. Слушай, я не понял, как я это сделал, я просто как-то очень классно это все провернул. Нормально ты объяснил. Я просто, нет, я просто шел, шел и сделал. Я запрыгнул. Ааа! На одну последнюю осталось. Зато если кто-то... Когда они разделяются, они когда не вместе. Я делал. Когда они разделяются, да? Да, я тоже практически запрыгнул, когда они разделились. У спайсухи что-то... Слышишь, у спайсухи уметало в две разные стороны экран повернул. Тихо-тихо-тихо, там, тихо, не мешайте им. Если они проиграют, то заново придется. Какой же экран выбрать, такой или такой? Тихо, там вообще что-то много шло. Давай, спайс, на тебя вся надежда. И мы все тогда восстановимся, и мы все восстановимся. Смог как с таким экраном. Тихо, тихо, тихо. А он... Нормально, он как-то все так тяжело проходит. Давай, иди, иди! Ты она чё? Она разделена! Успей, перепрыгнуть! Йо, как ракета! Давай сейчас темпе до отсюда доходим. Давай в темпе... Да-да-да, он пропустил, там надо было побыстрее. В темпе, в темпе! Давай фастран. Фастран просто делает. Просто фастран. Фастран. Просто фастран. Ну какой фастран, если не дают пройти зомби? Уйди. У меня патроны кончились, что делать? Вот это фастран. Фастран, патронов нету. А, сейчас пушки дадут, чувак. Я стреляю уже с одной пушки. Давай, я пацаны. И ты что делаешь? Совсем что ли упоролся? Ой, я возродился, все отлично. Вы идете, нет? Где вы там? Идем, идем. Нормально, минус двоечка. Пистолет мне дай. У меня тоже пистолет кончился. Тут есть этот МПшка. Ты просто неправильно умеешь готовить. Митл, иди сюда. Ты взял тут? Да все. Ты мертв? Да. Во сколько осталось? Подождите. Нас трое осталось. Погнали. Ну, кошмар всё, какой-то, есть? Кошмар. С этими лазерами самое кошмарное. С лазерами, да. Главное их пройти, а дальше вчетвером мы там спокойно сможем это... раздуплить вот эту толпу. Да, 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 спокойно. И граната прилетела. Да-да-да-да. Ну это я люблю гранаты кидать. Выходи, выходи. Давай. Все, на изи. Ну смотри, мы уже вообще на очень быстром изи проходим. Лёха, ещё один. Это что, сейчас прыжки будут, да? Все, прыжки пошли. Когда в эту дверь в арку заходишь, ломается стена и появляются два зомбика. Вот так на будущее. Ага. Поэтому один заходит в арку, все остальные стоят сзади, прикрывают. Блин, промахнулся. Эх ты. Я тоже. Я прошел, можете умирать. Быстрее умирайте, пока есть возможность. Умер. Не успел, не успел, не успел. Тихо, все, я тут. Я возродился. Ты успел, да, умереть? Ха, импульс малорик вообще. Я тоже зародил. А, нет, не успел. А я тоже. Давай, да, все, втроем, более-менее.
У меня пулемет есть! Подожди, давай сейчас затаримся. Давай, давай. Смотрите, М-ку не берите. Подожди. Только берите то, что где патроны много. АУК возьмите, еще что-нибудь домашнее. То есть смотри, пацаны, давайте я вам объясню. Да, давай позиции посмотрим. В прошлый раз, когда вот я, ну, дошел, я говорю, умираете, вы быстро облазры умираете. И потом смотри, я перепрыгиваю в финал, как импульс это сделал. Вы поняли смотри, хоть, нет? Вы меня поняли, они о чем снизу, я говорил? Ну, да, все поняли, Лег. Они снизу все могут ножами резать, учтите. Думаешь? Да, да, ну нет, да. Я открываю. Давай. Так, если они там могут, может быть, я встану где-то, чтобы... Нет, они достанут только с бочки. А я должен встать там, где, чтобы вас прикрывать. То есть где-то вот здесь вот, может, чтобы не давать им зайти на эту бочку. Все, вышли, вышли. Больно патроны, экономьте, слышите, экономьте патроны. Стоять по голове. Их пока мало, видишь, их пока мало ходит. Потом их начинает очень много. Я пулемет, у меня есть еще пулемет в загашнике. Тогда гранат оставляем для больше. Да, 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 да. Справа, слева тоже смотрите на ракет. Тащим, тащим. Точнее, пистолеты, пистолеты. Тратим. Пистолеты, да, ребят, тратим пистолет. Чё? Я... Чё там у вас? Я перезаряжаюсь. Я уже одну кинул, у меня больше нет никаких гранат. Дверь на половину. Хорош. Кидай гранату. Видите, они... Я их как бы вас... Ты появился, что ли? А, это ты спрыгнул. Это я спрыгнул. Они не достают меня здесь. Я понял, пацаны, для чего нужен пулемет. Его нужно хранить. Пакет. Их нужно хранить на этот раунд. Дверь, 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 быстрее идем. Хорош. Лучший. 60 к 1. Фух. Смотри, мы вот я пулемет сэкономил, я его вообще не тратил, и в конце я его задуплил. Вообще отлично. И, кстати, это что-то у меня килов мало вышло, хотя килял я много. Чего? А все заново? Походу, наверное, да? Прошли, что ли? Второй какой-нибудь миссии не будет? Нет, походу. Ну ладно, все равно прикольно. Вдвоем мы бы, наверное, не прошли, а вот вчетвером самое то. Ну, может быть, ну что, ребят, если вам понравился данный ролик, не забываем ставить лайки, подписываться на канал. И всем пока. Всем удачи. Пока.